И как он говорит, быстренько встаем и сами летим. Пошло мясо. Ловите большого, ё-моё. Без армы будем там давать. Да. Эти шаманы нормально. Сейчас. Я давал гелить нечем будет. Блять. Слуга в лифе. Ну вставайте, что вы лежите, ее красоты. Ну вообще, и какая тема? Ладно, ложитесь. Сука. Да давай, может, тостово добьем. Для маслс. А у нас шоу. Нету БДК, да? Мы пойдем два протопала. Есть. У Скарлетта же БДК есть. Почему не спекается? Ты видел его вообще? Ты видел БДК в рейде? Уничтожатор спекнется. Валера. Я лично не буду протопал, я ретриком пойду. Тут еще жив, подождите, сейчас я умру.
А, нет, у меня же она бакусит. Полгода тело покидал, блин. Хилы, идите сюда. У меня уже достаточно таких предметов. Через другую сторону отворачивай. Это ёбаный бабай. Дайте столик. Че, а нахуй мне медная руда? Да. А вот отведение удара, чарка, она у тебя есть у перцов или где-то купил? Есть, напрости. С льды рец выбил. О, а какие там идет реги, чтоб ты мне чарнул? Не помню. Там титановый слиток точно есть. Что-что? Слиток титановой стали там точно есть в чарке. Ладно, тогда уже после боя, наверное, да? У меня на присте. Алло. Чё
там по бафам я кулаки, да? Вот, слышишь, не? Нужно подойти поближе. Че мне бафать? Да, вроде бы ты кулаки, я каски, как огурчик кресты, что ли. Бля, мерегов мало. Сейчас погоди, холм. Это смотри в рейд. Без релов. Так, а кто БДК будет? Не знаю, к Славику вопросы все. Уж как лети, наверное. Ладно, блядь, даже тащусь. А, все, скоро лети с пепельницы. Инстаграм, смотри, все, фурика. Да, я фурик, я смотрю, какие шмотки надо. Сроки нету, что ли? Да. Представь, что тут было. Чтобы охуенно было. Чё там, блин, пить класску, не пить? Чего сейчас макрос не будет родить? Кто будет релить? Когда пуляете? Давайте за спину Гейру. Во. Шипы. Вихрь 10 секунд. Успеть. За атаку стопнули. Сакрубы. Хил на шипе. Сзади. Хил открыли. Шипы. Полиголаз, блядь, ты не видишь, что ли? Пиздец. Я реально шипы. Не видел. Мы избегаемся. Блять, я стоял прям на протопале. Да я на панельку хотел. Встаньте во фрейм. Вот, виси теперь, я, блядь. Славян просто не поменял. Сука. Заебись, распылили, блядь, еблан. Блядь, а будь не идем. Славян, как так можно?
Она пишет, что все дурачки, а он умный. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Ай, вот, смотрите, что жмёт сильно распыл, ёпта. Сейчас, алё. Тупо попадает. Негласное правило, РЛ нидится, остальные отказываются. Давайте за кольцо тогда ГП дадим, которое уже спилили. Дай ну что, БДК тут? Согласна. А при чем тут ГП за кольцо? Он-то думал, что кто будет ролить, кому надо, он нажмет на кубик, блядь. Он просто нажал распыль. Ну, по мне щит достался, кому нужен? Нажал, не откажу. Дай его это, чисто. Ты здесь. Не откажусь, распыл, одинаковый приор. Ну, я имею в виду, что щит сролил просто так. Иду отдай на ночь голове, пускай приложит. Польте, короче. Нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Что не может сделать, никому не надо. Нормально, Лэмбер, уходи. Айс фриз, давай сразу потом стыкайся в БДК. Вальбер пусть пекается, а Айсфриз единственный АДК. Да, ну тогда Вальбер давай ты. Самый говнистый рейд, который я был, вообще пиздец. Нормальный рейд. Можешь уйти. Чё за хуйня? Что такое? Да танк стаунтил, блядь, я пошёл бить и, блядь, развернулся, меня убил. А где БДК вообще? Я не могу понять одно. Брожните, пожалуйста, толпулка. Что? БДК так вообще знаешь, что он должен так? Что мне ярить этого паука и так знаете, что? Давайте его. Не-не, на ребре ты молчал. Правильно, для начала включил думал... себя. Будем дайте рез. Дайте баф рыбу. Погоди, пока не бафайте. Сейчас меня подниму и потом бафнуть. Сейчас можно бафать. Уничтожатель, давай в БДК. Так, ты в БДК. А, день там, две ДД шмотки. Паладины бафнуты не будет. Так, Баш, бежишь направо и там будешь бить. 300 баф. Остальные велики слева. Интеллект. 300 баф. Паладины будут бафать, нет? Паладины разбафаете. Капарк, давай бафай всем кулаки. Сейчас, меня еще не пробафали. Ну так что, значит, ты будешь стоять ждать, пока тебя пробафнут? Да. Дурачок, блин. Что ты за колдёж? Давай. Давид, вообще заткнись. Включи второй раз, говорю. Смарт-кью, включи правильно на месяц. Знаешь, такой скилл на фоне? Ой, что? Там, что там? Блин, у тебя есть правильное месяц на панели? Можешь его включить? Каски пускай раздаст, блядь. И каски, да, раздай всем, пожалуйста. О, еще. А чё, я бил? Выключил там, что ли? Ну, получается, что да. Ебать. Давайте последний чек. Нету бафа, блядь. Дайте бафы. А это три, если будешь справа напуливать, на попало помогать. И уничтожатель, ты первый будешь ловить босса. Все, я надеюсь, он вам все дал. Больше он ничего не должен, тогда танки пуляйте. Бьем трешак. Грань жертвенности. Трешак бьем. Там панцири, капли, старфолы, все сливайте. Потом еще 5 секунд контроля. Одна секунда. Ноль.
Давайте контролим, пока не поздно. Сейчас скоро тершак появится. То бьем тершак. Тершак бьем. Тершак забиваем. Давайте, есть тершак. Сейчас скоро контроль будет в том числе. Одна секунда. Переводите. Полтора ляма. Переводите. Контроллер сдаем. А первый трэш идет откуда? С левой или права? А я слева, у нас же вторая пачка была, точнее вторая волна слева. Бейте сначала трэшак, потом заливаем босса. Духов кайте, камеру свою тоже отдайте там, пожалуйста. Ну, духи появились, смотрите, один миллизон бежит. Захиливать. Так, опять духи появились. Контроллер сдаём. Контроль протопала. Квадрат. Меня ворубил. На полном БДК дайте. Давайте на полу на... На скатерти. И Войд, подними и мага. Трэшак заливайте. Духов кайте. Где танк на трэш? Был в контроле, вот где. Диспайте проклятие, я не могу хилить. Проклятие диспелем, трэшак заливаем справа. Танк, веди его к трэш. Контроллер сдавайте. Особенно вар, пока он всех не порезал. Пока только минус там... 2. Можете ЕР дать. Ташак заливайте слева. Дух миллизона бежит. БР еще можно там поговорить что-нибудь. Арзол-то у нас демон не был? Духа в кайте? Нет, я делал. У нас БДК умер. А, блять, это Даксон. Ой, Даксон. Да, Даксон, поднимай БДК. Уничтожатора. Я что-то вообще зашел. И даете сразу на него на пол, а контроллер раздавайте и уничтожатор сразу на себе стерегешкой. Дамаж. Полбосса. Там можете этот прожать. Локи раскол души. Трешак заливаем. Я что-то в небо смотрел и заметил, что у нас БДК отвалился. Духов кайте. 5 секунд до контроля готовимся. 1 секунда, 0. Раздаем. Вару самое главное дайте. Так, что может БДК будут улетел пешки кидать? Как у нас босс? Мне показалось, у нас сейчас босс отхилился. Немного. Да. Бейте босса. Немного просто, если в контроль хила взял. Босса бейте. Трэш, пиздец, блять. Босса, не надо так. Бейте босса. Гимн на ману. Джулиан, отдай. Джулиан, гимн на ману, отдай. Контроль, готовимся кидать. Давай стреляем осталось. На нас два ханта не могут на пол дать, что ли? Да блять, трэш надо бить, а не в леди тупо стоят долбить, блять. Да там полтора ляма осталось. Полтора ляма добейте уже все-таки. Так там я одного убил, а второго я бегал 5 минут от леди. Не отдай. Я еще не ору, бля. Да ты орешь. Вот и закрой рот тогда. Рейл есть, да, бить, разберутся.
Надо к этому ко всему спокойно относиться, вот как я сейчас. Вот когда мы 10 раз повайпаемся, тогда да, уже начнет и меня бомбить. А пока мы не вайпнулись, что бомбить-то? Не надо орать, ой, что на вас сидит босс. Прожимку дали, все, и танчите спокойно. Даже если убили. Там, потому что БДК лежал долго мертвый, поэтому он игру не набирал. Это Роза контролила. Там Войт раздувает лутецки. Так, кто у нас в демоне интоксикация, ты, да? Давайте в пятую пати кинем. Нажму на пункт слева. А, Леголаса мана не нужна. Ну, если плохо будет получаться у тебя лафлики дамажить, тогда мы можем, можете поменяться там. Ты в демона, интоксикация лафлик. Как огурчик предлагает спекнуть одного хила в ТД. Три хила? Корабли, сурок. А, нет. ДК, а, давай наверх. И тяните сюда. Опять танку Боб даст, и пиздец. Это не я вчера играла, мой сын. Ну, конечно. А сколько твоему сыну лет? Да она гонит, что ты... Хватает, чтобы танку Боб давать. Это я не гоню. Вот, умер. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Блин. Это, блядь, собак. Это кралька. Да я случайно. Пять, да, ребенок. Кралька, сколько у тебя детей? Один. Да. Два. Четверо. Ты что, посчитал? Пять. Ты себя тоже посчитал? А. Посчитать тебя тоже. А? Кота, собаку, ты по-моему посчитал. Кот, собака, ребенок, муж. И дети мои. Ответ. Давай, беги сюда, Минки. Кратко, а сколько тебе лет? Да я запустил. Амранцы, надеюсь, все взяли. Капар, ты тут? Да. Вот трэш, какой печати лучше взять и дамажить? Повиновение? Амалия. Крылья жмешь и повиновением дохнешь и идешь в каш. А ну так я и делаю. Мелочь пузата. Так, сейчас скоро мат появится. Как появится, так и исчезнет. Угу. Тебе мага. Оружейники, огонь! А что-то он долго дохнет, блядь. Оружейники!
Как добьем пробов этих ваших людей, так не добавим. Рыбу поставите. Мак 5 секунд. Идем, забиваем его. Давайте назад. Давай детоксикация, потом беги сюда к нам. Ну, сначала пойдем на Вальку, потом уже на кровь пойдем там. А какая разница? Рыба на спеццентре. На Вальку лучше, в последнюю очередь кровь, чумка, синдра. Нормально-то. Какая разница, все равно и то, и то бить, блин. Но... Нет, вы не понимаете. Блять, большая нахуй. Дело в том, что войду нужны тапки. Ну тогда идем на Вальку. Мне тоже нужны тапки, поэтому... Но мне еще нужна шея. Но шея поэтому он хочет, чтобы я сначала забрал шею и снимал пакет. А то он не берет тапок. Логично. Да нет, мы уже в ПМ все обсудили как. Ладно, куда мы идем тогда? Давайте решайте. На кровь, на кровь. Напишите кровь. Мне пофиг, что за кровь, да? Кстати, на кровь, ладно. Дайте кровь там. Может быть, еще дальше есть. Пафы раздайте. Лапку там. Да, на трубу все похавали. Каску. Давай, паладин, бафы всем каски. Каски по себе тоже бафни. Защитой старейшин. Тут там настой собираетесь пить или как? Я вообще два выпила. Скарлетт, ну вот понятно, Александр Витальевич. Цел и чист. Сегодня. Филипецку Лонга встаньте поближе, ладно? Войд поближе. Элин, гоните бой. Войд в центре стоит. 10 секунд. Я раньше просто ловлю. Не буду тебя, Саша, видеть. Нет, стою. Спасибо, Душка. Бля, ласка, она прямо вылечит. Вы же скол стакать будете, нет? Саша, огнём. Ну чё, пришли пить, алё? Да шаг, заливаем, алё. Обычно первый трешак всегда быстро сливается. Ты же не проверил, не сказал, что надо заливать. А, ну да, это я виноват, извиняюсь. Да, Анга, подними Дарксона. Я тут первый раз, например. Трэш, 3 секунды готовимся. Заливаем. У нас уже 3 метки, кстати. Это очень много. А трэш танчить будут? Ну да, его и не танчить. Смотри, ты можешь потанчить трэшак?
Войт, поднимай Даксона, Даксон поднимет Джулиана. Трэш 5 секунд. Итершак все заливаем, абсолютно все. Хоть те, которые с метками. Да, трэш не танчится. Трэш с меня. Сейчас как огурчик умрет. БДК потом вызовешь, бомжей. Уже можешь вызывать. Убивайте босс. Капец, лаги. Ну да, немножко подлагил, кстати. Там 6 меток, по-моему, было. Это невероятно. Оля упал. Мне надо отойти. Погнали на кровь, как вы там и хотели. Хотя, что мы на кровь идем, напомните, что вы там... Эй, я Гутергол. Типа, кто-то там будет забирать катушку или шею. Пошли лучше на чонку, тогда вот не заберет тапки. Но шею я заберу, если она упадет. Так что. Ну вот, отлично. Ну так, блин, мне-то тапки не нужны. Поэтому глупо идти сначала на совет. Ради шеи, которую я заберу. Ну нахуй, реально что ли? За что? Не очень большой ПР был, повезло. 13. Конец-то, блять. Ебался уже с этой хуйней со знаменем бегать. Это ты, Саня? БДК, давай, тяни сюда к нам Валечку. Бан. Виталий, ачива, блять. Ачива, нахуй. Так, эпический. Это ты Воля одел? Да, ну. Воля одел. Нет, он носки постирал. Шутка дня от Шанана. Осторожно, не со второй Альку не садимся. Заливаем ЛЕ. Мы их небес создаем. А до этого у тебя какая броня была вместо Воли? Знамя. Сколько с ним ходил, интересно? Выбил столько и ходил, блядь. Вон там Валька уже повторился. Так. Что-то она вам не захотела. Ну-ка, возьми честную. Там кто-нибудь танка спрятнет, снять, хорошо? Бьем сразу звезду, кружочек оттягивать там. Тяните кружочек и бейте звезду. У нас здесь право парить. Что-то звезда сгорелась на меня. Бейте кружочек. Помолвишь. Спелы есть? Заливайте там ОВЕ. И на полы давайте.
хочу чай. Берем звезду, потом заливаем кружочек точечно, и потом трусы. Танки можете уже закидать, ясно. В общем, бейте большого, пока я не расставляю. Звезду бейте пока что точечно. Дайте танка маленький подбрать. Потом кружочек заливайте, потом полу месяц. Парк в танке? Ну, у нас программ в танке тоже. Парни, кружочек бейте, а его заливайте. Бейте потом полумесяца. Спал. Кто заливает эфир? Какой, кстати, у нас там был общий ДПС? Там упало. Я знаю, что там упало, а какой был? 323. Ну, тут видно, что сумасшедший ДПС у рейдов. Так, давайте звезду бьем, потом заливаем кружочек. Я понял, вы там кто-то контролил тогда. Звезду пока бейте. Камер перстал. Бля, не тот. Я еще думаю, как это будет на сырке первый? Кружочек бьем. А, можете пока не бить. Видите, вот кружочек он поставил, тактика. Вот это. Так это ж не 324. 323 и 6. Округляем. 324. Шестерка тяжелое число. Да, все, вижу. Не только мы сначала. Основу моделирования не подходил. При чем тут моделировал? Не, я не тот ДПС просто говорил. 323 и 6. Округляем. Шестерка дает единицу. Вот, заливай ману ватерболу, даксон, ультиман. Можете гимн на хп дать, ой, на хп на ману, Джулио. А с МРП мне интересно, наличие он вообще не значит трошать? Не, не будет. Тогда Копарка потом спрятнет. Ну ладно, Копарка у нас потом спрятнет. Нет, кто протопало. Кто у тебя? Нету протопало. А как ты трэш танчил? Я тоже. Я уже спрятал. Подходите, сейчас запустите, блядь, как первый раз. Да ясно, давайте, бежим, бежим, запустил. Бежим. А, протопал, ты на двоих? А, БК на дом, давай, беги, протопал. Стойте, не бейте, чтобы сразу попал еще. Подожди, протопал пьяный, дайте ему сайт. Не бейте волнара пока что. Вот лысый пенек, не бей. Тут долго положил он. Стойте, дайте ему огромный брать. Ханты на пулевый стал драма на попало. Драма на попало на пулевый. И на бутербол. Гимны на ману потом отдадите после вихря. Так, вихрь, внимание, давайте, разбежались. Короче. Делаем так и лупим. Маланар бейте, уничтожали пока стопнет свой ДПС. Так, на манал хилов есть, все, бейте Маланар. Ну так себе есть. Анага, если ты меня слышишь, можешь поднять мой диплом. Точнее, ну, мага. Ветики где-то. Там милики курите пока что. Милики на финецке. Так, у нас Харзул отвалился.
Войт, ты можешь поднять харду. В центре воронка. Потом, когда бить, то рам спекнешься снова своего танка. Ты можешь подать. Готовимся бить кандерама. В центре воронка шанс. А ничего страшного. Я всегда бы мечтал быть космонавтом. Кинетику его там подбейте. А Нага, если ей, наверное, не жалко, как ты можешь шаману в кого-нибудь залить. Юна ману есть, пипец. Можешь отдать. Так, у нас там маг отвалился, потому что ебеняк стоит. Ты размена цели. Я бы попросил Дагстона поднять его, но он стоит возле босса. Третий лунар. И могучий их. Стаунти Талдрама. Ясно. Возьми Талдрама на себя. Еще один могучий вихер. Сейчас кто-то упадет. Нормально, кто-то упал. Добивайте прилетет. Мель тоже может убить. Кто там упал у нас? Что, катушка упала? Не-не-не, что-то. А мы на Квина поднять. Никто не желает. Одно его подниму сейчас. Я его поднимала, он не встает. Ох, так. Так, бейте большого там. Я сейчас по метку. Бейте шумана, звезду. 0 маны. Вы блядь, идете агрит. Бейте звезду точно, там паладина станы раздавайте точно другим целям. Взлейте Инер ультрашами. Ультрашаману, да, можете Инер дать. Потом бейте мага, дайте магу стан и бейте потом мага. Кружочек, можете ему и сало дать, чтобы не кастовал. Кружочек бейте. Потом звезду заливаю. Вон звезда лежит. Тебя что не рейда будет время путать. И 8 часов бы, или в 7 часов. Ну что я сделаю, блин, пипец. Просто в игре на часах убери галочку, там где местное время. Бедные маги. Потом культу поднимите. И поставить серву потом. Я рисую. Пивайте ману, не агрить.
можете начинать. Бейте звезду пока что. Так жалко, до сих пор цирк так не сходило, да? Знаете, Марс здесь пол. Куда? Цирк. Какой цирк? Обычный. У меня нету цирка. Как это так? У меня дома цирк. А-а. Да, возьмите звезду кто-нибудь. Спел, пристычило. Сложно, что ли, масуху дать? Ну, а звезду устаунтите. Дайте пару ЗП. На маги. Да, мага просто прозагрел следить. А, не помню, кем устраивать. Ставьте хавчик. Не пуляйте только. Не бафы разбивайте, бафы. Кому каску? Класс. ШП. По себе, да. По себе, да. Каску. Кому каску там кулаки все пропали? Топором ловить. Сейчас этим рыбу каску кину. Ой, какую каску, ё. 300. Чё, кулак у всех есть? Паром, каски да, нету у 300. До уваров ещё была, был кулак. Ну, 10 минут уже. Ну, так тебе хватит на ланутые. Танки начинайте. Смарт Кью, на себя щиток вешай. Я только попробую. Протопал. Вкус на маге. А кто у нас, кстати, протопал? Какой-то. Кто вас бегает, босс? Дайте угадаю, это поворот, что ли? Не. Не. Он такой себе. Даже щит тебе может себе дать. Ой. Макус опять приступ отпрыгивает. Херсин, давай потанчу остальных боссов. Давай. На плеча точно придется. А ты, кстати, этот кафарка, ты стан прокачал на протопола? Или нет? Нет. Блять, когда вы уже начнете хочу? Нахуй надо. Ну да. Авары наличие че там? Сшибает их нахрен, да? Ну вот кончу. Там стало поменьше, конечно. Ты как-то вы что-то все уже влево понес. Давай, Джулион, гимн на ману потом дашь на взлетку и на хп. Ой, на ману, на хп. Почему мне показалось, что вот типа вдох? Это был вдох. Гимн на хп, давай. Отдал уже. А, зеркало, я понял. А нага, подними мага. Поднимай, зеркало не пройдет.
А, я, бля, я уже забываюсь, кстати. Что зеркало подать? Гев, давайте. Да. Тут он подухать смогу прыгнуть. Мне кажется, что шея не упадет. Шея. На ДД. Ой, ДД. Угу. Древковая сейчас упадет. На ПВП-3-не. Или не, я не да, вот, кстати. Это ПВП-3-не вообще на кого идет? Да, на всех. На любого смога. Ждерок уйдет. Ждерок, Фростмаг на эти с двумя такими тренями отправляет там что-то 3к в каком-то сезоне. Ледка 10 секунд. Нету ледки. Я же сказал щит бот. И я стал, но как всегда. Щит. Значит, тапки упадут. Идем на лайк. Смарт Кью спек, ну, потанчи трэш-то сейчас. Потом на боссе спекнешься в ретрик. Хорошо. Пучить тексты. Че, на синтру идёшь? Да. Вы тут не хочет дараться. Ой, где её? Вот раздавать. Забыл, блядь. Вон, давай. Умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного. Кто он сверху башни здесь, я есть. Можем пока порулить. Что будет потом просто рандал. Подхилите. Пенеру лут вообще ни разу не раздавал. Это успех. Давайте на присутствие танков филов. Давайте, гол. Погнали. Так, кому мы должны быть? Смарч. Паша, через объявление кидай. Хотя пофиг. Как? Прикольно. Обменом возьми и потом дашь каждому и все. Там токен-то будут ролить. Фигня выскочила, блин. Блин, Славик, дай мне локера, сколько может. Господи, кстати, уже этот лук наконец. Как это вырубить фигню? ЕПГП там у тебя. ЕПГП, лук-мастер. Когда лук на тебя дают, надо не джать, всё. Только не сайрите там следующую пачку. Конечко бьем их. Ролим. Ясно. Не сайрите. Берите звезду и заливайте потом кружочек. Звезду сначала все бьем, абсолютно все. Смарт-кью обмен кинешь. Берите звезду, звезду бьем. Бурсты свои тоже давайте там. А чё, почему у нас тут только два человека, которые ролил, я думал, никому не нужны. Обычно ну, думаю, сюда приоденусь. Бейте звезду. Звезду бейте. Надеюсь, вы ее видите. И кружочек потом сразу бейте. Избавиться. А, ибо ГП начислите за щит и за пищу. На мейн щит. По идее, никому не написал. Ну вот, смарт килл, ему надо на мейн. Нет, он на мейн, он на ДД ролит. Саша на ДД ролит. Написал и ролишь на ДД. Даксон может гутербову ману залить. Только синау. Все, залейте, я забираю вешно. А кто выиграл тогда вообще? Ты выиграл, паролы его. Я, короче, релогнусь, что-то лагает, пипец. Ну, я тоже, тебя кстати, одного. Подлагиваю. Мне я кажется, там после трэша пусть танчит. Мне кажется, тут всех лагает. Поддержки есть не больше.
Но пока заходить не надо, сидите на своих там. Потом уже зайдете народ. Так, никто не захилил Лара. Там по одному тяни ДК. А на сортью там на пол кидай. Гимн на ману отдайте. Прыжки. Даю. Кстати, Динкер вообще лагает невыносимо. При пуле это вообще хана. Сайдшоу какой-то. ППС 12. Офигеть. 9. Поднимайте двух павших. Стой. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Спасибо. Глупый крок. А есть ювелир в рейде. Дам камень. Сделать один камень. Какой? Синий. На стану. Быстро, давайте. Морфион, да. И две? Да, обе. Я начислил. Да, начислил, чтобы их забрали. Два бьют моба, забери их. Спасибо, Алла. Кралька. Пожалуйста. Может быть. Бьем капитана. Сейчас, секундочку. Метку на меня. Давай, ты поводишь луну. Так, вот спека серпила. Смарт танчи здесь трэш. Я на синдре спеку. Не, все, я уже в ДТ. Спека серпила. Наверху стой, чтобы твой баф был. Танчи давай трэш. Танчи давай. Куба, ты уже, дай. Мне надо еще учиться танчить, я первый раз танчу. Вот трэш потанчишь, я на синдре спехнусь, давай. Да, Маша, давай потанчишь. Да потанчи, кулон, ты главное это, на пул на него кидай, на тропотала. А, поставьте рыбу. Здорово, кидай свой МК Шанану, катапульта Ультрашаману, мой диплом Гутербола и обновляйте их. Кулон поставит. У кого еще есть хил в успехе? Спереди рыба. Джулион. Давай, Джулион, спекайся в ДЦ. А Вальдины. Паску повару, кулак. Не, Филиппец, ты уже вставайся в ШП. Тогда схилили и Джулион. Остальные все хилы и Вальку хили. Даю ассист. Да. А, даю, короче, звезду на как и Урочка. Хай воду. Куп по хантам. Включите кто-то кастерскую ауру, потому что я буду включать коня. Тогда давай. Я поставлю. Да, все. Хан, прыгни чуть-чуть. Дайте каску. Да, смарт кьюба, ага. Все, погнали химить. Сейчас черем бьем босс. То что? Потом скину. Залечите мои
первые морды будем. Блять, заебало, почему я постоянно летаю? У морды. Нет, это не оставить. А есть у кого детская пыль? Блять, все порталы занят. Пиздец. Два портала пустых стоит. А вот, все, я сейчас зайду. Четыре даже. Спасибо. Подавитель. Подавители бейте там. Сначала подавители убивать, потом все. У морды. Давайте еще раз зайдем, наверное, рост. Да, много. Зачем ты там? Под давлением управляет. Эй, вы где? А, давай собирать, они там уже. Играют как хотят. Сейчас. С музыкой играю. Отдал. Все, давай. Даю Геру. Таргет Фальку, Джулион, возьми и хиль. Твой гимн на ману. Ой, на хп отдай. Джулион. Отдал, отдал. Угу. Филипец то же самое, давай. Бейте подавитель. Нихуя у нас не получилось. А, у нас Анага отвалилась. Я пошел забирать порталы, потому что я еще не захили. Ну ясно, ну давай. Там будешь продолжать дохиливать с тебя болел. Можете не заходить так или. Вы это тебе не смущаешь, но инстаграм танчит вместо смарткилла, который вообще опнул. Смарткилл вылетел вообще. Да, я бежал на тебя. Лех, на жирного ничего нет. Че там этот кью с тобой случилось? Он вообще тут? Марк, кью, ты здесь? Ладно, давайте пока крышак снизу убьем. Я его пока что кикну. Мало ли он зайдет, когда мы ее будем бить. Не кикай! Я вылетел. Ну так я спрашиваю, ты тут, ты молчишь, заходи. Тут один человек рез, и все поубегали. Ну, красавцы, блин. Давай, Джулион, ты останешься в ДЦ. А хотя я останусь в хиле, ты будь шипать своим. Спасибо, Джулион. Дайте пати быстро. Пати, дайте. Сейчас тебе дам пати. Или может его в шип ДЦ мне вариант? Нет, надо пить. Нет, что-то варшами будет. Тоже это шо. Эх, падли, что ты хилит. Ай, ладно, будьте в шипе своим. Давайте спускать
Можете маги назад своим как забирать. Mm-hmm.